Более 700 тысяч рублей получат пострадавшие, которые в феврале этого года отравились роллами в одном из ресторанов Когалыма. Напомню, тогда в инфекционное отделение больницы с признаками острого отравления поступило 8 клиентов заведения. Среди них и молодая чета Иваничевых. Вечерний зимний ужин для них оказался совсем не романтическим. На тот момент себя чувствовал плохо, и Карина тоже. Не знали, что так можно отравиться вообще. Да, первый раз вообще такое состояние было, когда мы пришли с работы и просто почувствовали себя, что даже просто нельзя было встать с кровати. В тот день самые ходовые роллы «Филадельфия» в этом ресторане заказали 16 человек. Отравление получили все клиенты, в том числе и двое детей. В больнице пострадавшим поставили диагноз – сальмонеллез. Было отобрано продукты для лабораторного исследования. Был обнаружен сальмонеллез группы D на рыбе лосось. Также были сняты смывы с поверхности оборудования и инвентаря, в которых были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. За нарушение санитарного законодательства индивидуальному предпринимателю выписали штраф в размере 40 тысяч рублей. 12 человек потребовали компенсации морального вреда. На прошлой неделе Когалымский городской суд вынес решение в их пользу и обязал бизнесмена выплатить всем пострадавшим деньги.